сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Во взаимодействии с коллегами из Рязанской области пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. Наши сотрудники установили, что злоумышленники размещали объявления о продаже по низким ценам комплектующих из Европы для автомобилей более чем на сотни интернет-сайтов. При заказе требовалось внесение предоплаты в размере 50% от стоимости. После заключения договоров с покупателями и получения денежных средств злоумышленники сообщали о невозможности поставки товара и предлагали выбрать более дорогостоящие комплектующие за дополнительную плату. С клиентами, которые требовали вернуть денежные средства, связь прекращалась. Кроме того, злоумышленники периодически меняли местоположение офисов и реквизиты организации, а также адреса интернет-сайтов. Полученные в результате противоправной деятельности денежные средства обналичивались путем совершения фиктивных финансовых операций с подконтрольными организациями и выводились за рубеж. По предварительным данным, от действий злоумышленников пострадали более 2000 человек. Ущерб превысил 500 миллионов рублей. Следственной частью Следственного управления ОМВД России по Рязанской области было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время трое подозреваемых задержаны. Двоим из них по ходатайству следователя судом избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Еще один находится под домашним арестом. В результате обысков, проведенных при участии Росгвардии, были обнаружены и изъяты печати и учредительные документы организаций, задействованных в противоправной схеме, электронные носители информации с системой удаленного управления счетами юридических лиц «Банк-клиент», а также компьютерная техника, имеющая доказательственное значение для уголовного дела. Предварительное расследование продолжается.